Всем привет, мои дорогие! Я вас очень рада видеть на своем канале Нафиса Уфа. И сегодня заказ компании Avon, каталог месяц сентябрь. Если вам интересно, оставайтесь со мной и обязательно пишите комментарии. Заказ небольшой, но тем не менее я хочу, как всегда, с вами поделиться. Сегодня новинки по фокусу и заказ моих любимых средств. И очень жалко, что Avon, получается, убирает эти средства. Вот они, мои девочки. Мои любимые средства для снятия макияжа. Это двухфазное средство Avon Nutri Effect. Удаляет водостойкий макияж и ухаживает за ресницами с экстрактом морских водорослей для всех типов кожи без отдушек, спирта и сульфатов. Объем 125 миллилитров. Девочки, три штуки. Знаете, если бы были бы вот в настоящее время лишние еще денежки, я бы еще заказала. Но я надеюсь, что и в октябре, и в ноябре я так потихонечку закажу. Я не посмотрела срок годности. Давайте. Ага, вышли они четвертый месяц этого года, 2021 года. То есть можно обязательно заказывать запасики, срок годности у них 3 года. Отлично смывает стойкий макияж. И самое, знаете, главное, она действительно ухаживает. Она укрепляет ресницы. Ресницы становятся намного длиннее и пышнее. Рекомендую, заказывайте, 149 рублей в аутлет. Ну и, конечно же, 15% скидки. Следующее, что у меня заказали, тоже быстренько покажу. Коллега заказала у меня Avon Attraction Sensation. Это 10 мл. Я, девочки, открывать не буду. Этот аромат я не люблю, но она решила заказать. 269 рублей. И показала я ей в аутлет. Принесла протестировать. Это Eve Duet Radiant, который называется. Очень приятный аромат. Мне очень этот аромат нравится. У меня есть в использовании. Следующее давайте рассмотрим. Это новинки. И я по фокусу заказала. Это маска для волос Avon Chaos, увлажняющая с маслом авокадо. Вот так вот выглядит маска. Большущая, громадная. Объем 400 миллилитров. Ой, какой приятный аромат. Мне эта серия авокадо нравится. У меня сейчас в использовании крем. У меня в использовании маска для лица. Мне этот аромат очень нравится. Вот такая вот, посмотрите, маска. Ярко выраженный, девочки, аромат. Если вы не любите такие ярко выраженные ароматы, то вам, наверное, не понравится. Но мне очень нравится. Буду с удовольствием пользоваться. Также был шампунь 400 миллилитров. Но я не стала заказывать. У меня шампуни уходят меньше всего. Почему-то бальзамы и маски у меня уходят очень-очень быстро. А шампуней у меня очень много. Буду тестировать, пробовать. Следующая тоже новинка по фокусу. Вот такая вот. Ни одного слова на русском языке, кроме вот этой вот наклейки. Смягчающие гель-масло для умывания. Способ применения массажным движением. Нанесите небольшое количество средства на сухую кожу лица. Затем тщательно смойте теплой водой. Используйте утром и вечером. Объем 100 мл. Вот оно. Да, действительно, средство как масло. Вот. Блестит как. И по аромату еле-еле уловимый. Что-то очень приятное. Пока не могу понять.
Следующий у меня тоже по фокусу. Это мои любимые спреи. И появилась новинка с новым ароматом. Кремовая фиалка Avon Encanto. Парфюмированный спрей для тела. Объем 100 мл. Вот так вот выглядит. Тоже рекомендую. Сладенький, очень приятный аромат. Я очень люблю помады. Помады полуматовые и матовые. И я заказала новинку по фокусу, 199 рублей была, без скидки. В следующем новом каталоге 289 рублей. Вот такие вот помады. Увлажняющая жидкая губная помада, ультра с матовым эффектом, объем 7 мл. Вот такие вот здесь оттенки. Я хотела вот такую. Вы знаете, да, что я люблю такие цвета. Дикая орхидея. Но у меня, кто смотрел мой последний обзор, есть матовые помады. Такие цвета я себе заказала. Candy Pink Monpassie без сахара. Вот такой здесь идет код. И давайте, девочки, посмотрим. Конечно же, сравним. Candy Pink. Вот так вот приходит упаковано. Вот она помада, так вот выглядит. Матово-сатиновый финиш, большое увлажнение с маслом кокоса на весь день, больше комфорта без липкости, больше эффекта. Удобный аппликатор набирает оптимальное количество помады для нанесения в одно движение. Сейчас посмотрим, девочки. Это что за зеленушка? Ну, по аромату пахнет хорошо. Ну, я думаю, что это такой зеленый, желтый аппликатор сам. Так, давайте посмотрим. Какой красивый цвет помады. А нанесение какое нежное, приятное. Очень легко наносится. Как будто такое, знаете, маслянистое. Давайте еще один слойчик добавим. Девочки, пишите, как вам такой цвет. Очень красивый. А на губах я расскажу, наверное, в Инстаграм. Или, девочки, спрашивайте. Завтра я, наверное, уже попробую. Действительно, аппликатор очень хорошо наносит. Так, и давайте посмотрим. Вот он, этот цвет помады. Знаете, девочки, пишите в комментариях, больше на этот похож. На дикую орхидею больше похоже, да? А это Monpassie без сахара. Красивый, девочки, цвет. Очень красивый. Аромат. Как будто и пахнет, как будто ничем и не пахнет. Но нанесение мне очень нравится. Посмотрим, девочки, посмотрим. Вот такая вот помада. Теперь у меня можно солить уже помады. Да, девочки, можно делать компоты из моих помад. Ну что же, вот такой у меня был заказ небольшой. Заказ я забирала в пункте выдачи, и, как всегда, мне дают подарки. Обычно это всегда новинки. И первый подарок у меня это от InYou энергия протинола, обновляющая сыворотка для лица. Очень, девочки, приятно. Протестировала я новинку. Для меня дорогой аромат. Имеется в виду, девочки, по цене дорогой аромат. Я смотрела, что ли, 900 рублей, не по моему карману, конечно же. 1499 рублей, вот. Можно будет потом, девочки, приобрести пробник. А вот этот аромат рекомендую, возьмите пробник. Аромат мне очень понравился, это цветочный акватический аромат, цветок лотоса, пион, белое дерево, парфюмированная вода. И еще был вот этот аромат, но... Для меня очень отталкивающий был. Не знаю. Слишком ядерный. Клод де Мане. Ой, какая красота.
пробничек, прям такой, прям яркий, говорит: купите меня, купите меня. Вот. Открывать этот сейчас аромат не буду, он действительно очень подойдет на лето, свежий, приятный, действительно что-то есть в нем морское, свежести, легкий-легкий цветочный, аромат очень понравился, что-то есть сладкое, что-то свежее, вот такие ароматы, как This Love, очень аромат понравился, свежий действительно, что-то морское. Очень-очень классный. Достоин быть у меня в коллекции. Приятный был тоже подарок. Именно аромат, который мне понравился, подарили. А так я тестировала ароматы, которые именно стоят в флаконах. Когда на пункты вытащишь, девочки, да, как то был, там все можно протестировать. Там все ароматы есть там. Вот такой у меня был небольшой заказ. Всем спасибо за внимание, девочки. Обязательно пишите комментарии. Я смотрю на помаду все еще. Ну, очень красивый цвет. Всем пока-пока!